Всем привет! Это видео я, как обычно, начну с объявления. Если вы решили приобрести удобрения, которыми пользуюсь я, то на сайте производителя для зрителей моего канала действует специальная скидка в размере 30%. Чтобы воспользоваться этим предложением, вам достаточно при оформлении заказа написать, что вы зашли на сайт по ссылке с моего канала. От себя могу добавить, что этими удобрениями я пользуюсь уже не первый год и показывают они себя очень хорошо. Все растения отлично растут и имеют яркую окраску. И даже такие сложные растения, как буцефаландр и криптокарина нури, на этих удобрениях у меня не только растут, но и даже цветут. Ссылка на сайт с удобрениями будет в описании под видео. Здравствуйте, уважаемые любители аквариума! Я продолжаю серию видео про замену старых севших аквариумных ламп на новые. Как вы помните, из 4 ламп, присутствующих в крышке, я собирался менять 3 лампы. И, как я ранее говорил, сразу все 3 лампы менять нельзя, потому что можно получить перекосы, вспышку водорослей. Поэтому я менял старые лампы на новые постепенно, с интервалом в месяц. Поэтому 3 месяца тому назад я поменял первую лампу, 2 месяца тому я поменял вторую лампу. И месяц тому назад я заменил 3-ю лампу, о которой сегодня и пойдет речь. Видеоотчеты про результаты замены первых 2 ламп уже есть на моем канале, и вы тоже можете их посмотреть. Находятся они в плейлисте, который называется «Лампы для аквариумных растений». Лампу, о которой речь пойдет сегодня, я ранее не применял, поэтому мне самому было интересно увидеть, как на нее отреагируют мои растения. И как под этой лампой будет выглядеть аквариум в целом. Так же, как и в предыдущих видео, я покажу, как эта лампа светит визуально. Мы сравним ее свет с другими лампами. И, конечно же, я расскажу, какие изменения произошли после ее установки. Итак, лампа, о которой сегодня пойдет речь, стоит 3-й снизу. И называется она Philips 965. Температура 6500 кельвинов, индекс цветопередачи более 9. Здесь нужно сказать, что эта лампа интересна тем, что у нее очень высокий, практически максимальный для люминесцентных ламп индекс цветопередачи. То есть ее свет максимально приближен к естественному солнечному. Это лампа класса Deluxe, поэтому вы сами понимаете, что эта лампа не из дешевых, но зато это очень качественная лампа. Если, к примеру, Philips 830 и 840 производятся в Польше, то эта лампа сделана в Голландии. Ее свет явно отличается от других ламп в крышке. Светит она ярко выраженным белым светом, что вполне соответствует заявленной температуре 6500 кельвинов. И аквариум под ней смотрится довольно оригинально. У меня как-то стояли лампы Philips 765. Вот под ними аквариум зеленил, чего абсолютно нет под этой лампой. Хотя температура у 765 и у 965 одинаковая, все те же 6500 кельвинов. Ну, по всей видимости, дело здесь не столько в температуре, сколько в индексе цветопередачи. Все-таки лампы с индексом цветопередачи ниже 8 значительно искажают цвета. И аквариум под такими лампами смотрится, будем так говорить, ну, не очень естественно. Поэтому для аквариума и тем более для аквариума с живыми растениями очень желательно ставить лампы с индексом цветопередачи от 8 и выше. А сейчас я вам покажу эту лампу поближе, покажу надпись, чтобы вы убедились, что это именно та лампа, о которой идет речь. А потом я закрою крышку и покажу вам, как выглядит аквариум под таким набором ламп. А я напомню, что интересующая нас лампа стоит 3-я снизу. Сейчас я покажу надпись. Так, Philips 965, 18 ватт. И сделана она, я думаю, здесь видно, сделана она в Голландии. Вот такая лампа. Еще раз все 4 лампы вместе. И сейчас я опущу крышку и покажу вам, как выглядит аквариум под таким набором. Вот так выглядит аквариум под таким набором ламп. Ну, как по мне, так довольно хорошо.
Аквариум почти не желтит, потому что в этом наборе нет ни одной лампы с температурой 3000 кельвинов. Для зрительного восприятия это может быть и хорошо, но для растений, особенно для красных, это плохо. Потому что не все красные растения смогут полноценно набрать цвет, если в наборе ламп не будет лампы с теплым светом. Ну, здесь нужно искать такой себе средний вариант, чтобы и глазам аквариум нравился, и растения чувствовали себя хорошо. Для себя я эту ситуацию решил путем установки лампы Osram Flora. О ней я подробно рассказывал в своем предыдущем видео. Эта лампа абсолютно не желтит, и в ее световом потоке очень много красного спектра, что как раз и нужно всем растениям, особенно красным. И визуально аквариум под Osram Flora выглядит довольно красиво. Под этим набором ламп есть еще небольшой оттенок желто-зеленого цвета, который дает лампа Philips 840. Ну, я ее поставил, чтобы ее протестировать и посмотреть, как под ней будут чувствовать себя растения. Возможно, со временем я и ее заменю на какую-нибудь другую лампу, а возможно, полностью поменяю люминесцентные лампы на светодиоды, но пока пусть будет так. Я немного отвлекся. Давайте все-таки остановимся более подробно на Philips 965. Так вот, что касается визуального восприятия. Нужно сказать, что аквариум с этой лампой стал другим. Стало больше белого света, причем без примеси зеленого, что, конечно же, радует. Потом стало достаточно ярко, цвета стали контрастнее, зеленые растения стали выглядеть ярче и естественнее. В общем, впечатления в визуальном плане очень положительные. Что касается состояния растений, ну, не могу сказать, что за месяц прям все растения поперли в росте и все красные сразу окрасились. По окраске как раз наоборот, без Philips 830 все довольно скучно. И даже Philips 840 не вытягивает. Ну, тут еще есть куда стремиться и есть еще варианты для опробования. Что еще изменилось? Еще больше улучшился процесс фотосинтеза. Он стал происходить активнее после замены первой и второй ламп и стал еще лучше после замены третьей. Растения стали заметно активнее вырабатывать кислород, и пузырями покрылись не только те растения, что находятся у поверхности воды, но и те, что расположены глубже. То есть налицо явный положительный результат. Если вы помните, на старых лампах процесс фотосинтеза тоже был, но гораздо менее активный, и только у тех растений, что находились у самой поверхности воды, то есть непосредственно под самыми лампами. Кроме этого, я заметил, что растения стали гораздо меньше тянуться вверх, а гигрофилу многосемянную стало даже прижимать вниз, что говорит о том, что световой поток явно увеличился. В общем, подводя итог, можно сделать вывод о том, что однозначно нужно менять старые лампы на новые, и в случае с люминесцентными лампами это нужно делать довольно часто, потому что со временем у них снижается световой поток, а также выгорает люминофор, и они перестают выдавать заявленный спектр. Вот в этом, на мой взгляд, кроется очень большой недостаток в использовании люминесцентного освещения, потому что хочется поставить лампы качеством получше, и, соответственно, стоят они дороже, а менять их нужно не реже одного раза в год, а еще лучше каждые полгода. Теперь о том, что я буду делать дальше. У меня осталась еще одна старая лампа, это AquaGlow фирмы Hagen. Даже учитывая, что это довольно качественная спецлампа, но так как она отработала у меня уже более 2 лет, то от нее толку уже мало. Конечно, ее тоже нужно менять, и я это обязательно сделаю, но пока я еще не определился, что вместо нее поставить. У меня есть желание попробовать в этом аквариуме светодиодное освещение. И как раз будет возможность сравнить, как будут чувствовать себя растения на люмках и на светодиодах. Единственное, я хочу выбрать светильник с хорошими светодиодами, хорошими характеристиками и, главное, с хорошим функционалом. То есть, чтобы в этом светильнике была возможность менять силу светового потока, а также задавать желаемые параметры по температуре и спектру. То есть, чтобы можно было изменять свет от холодного к теплому и наоборот.
Так что это еще далеко не последнее видео про свет в аквариуме. А на сегодняшний день это все, о чем я хотел вам рассказать. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Я буду стараться снимать побольше познавательных видео. А я на этом буду прощаться. Всем пока!